Чтобы мир стал безопасным, построим лучшие в мире спасательные лодки. Передовые технологии на пути к мировому лидерству в сфере безопасности. Компания DSB Engineering. 20 лет занимаемся только безопасностью. Компания DSB Engineering производит профессиональные спасательные шлюпки и шлюп-балки, обеспечивающие безопасность в море. Компания основана в 1996 году. Философия компании – непрерывное развитие на основе лучших технологий. Активное инвестирование, производство конкурентоспособной продукции и непрерывные технические разработки способствовали достижению лидирующих позиций на мировом рынке спасательных шлюпок. Продукция. Морские кораблекрушения являются крупномасштабными катастрофами, которые могут повлечь многочисленные человеческие жертвы. Производство и контроль качества продукции DSB Engineering носят систематический характер, оттачивая технологии, делая спасение более быстрым и безопасным в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасательная шлюпка, соответствующая требованиям Международной конвенции. Спасательные шлюпки, соответствующие требованиям Международной конвенции, вместимостью до 150 человек. Шлюпки свободного падения, обеспечивающие эвакуацию 72 человек с высоты 42 метров. Производство посыльных катеров «Tender Boat» для судов особого назначения и пассажирских судов. Завершена собственная разработка модели OSE-406, эксплуатируемой на нефтяных месторождениях в Северном Ледовитом океане, до настоящего времени являвшейся прерогативой европейских производителей. Кроме того, мы обладаем большим спектром технических возможностей для поставок продукции, произведенной по индивидуальным заказам. Мы всегда готовы учесть пожелания наших заказчиков. Конкурентоспособность. Головной офис компании DSB Engineering находится в Пусане, округ Ёндо-гу, Хэйонро, крупнейшем портовом городе Кореи. Производство и контроль качества продукции, о котором компания проявляет особую заботу, осуществляется в Корее и Китае. В Китае осуществляется проектирование, изготовление и массовое производство. В Корее осуществляется систематическое управление приемом заказов, контролем качества, выпуском продукции и послепродажным обслуживанием. Особой гордостью DSB Engineering является башня для испытания спасательных шлюпок свободного падения, построенная на производственной площадке в Китае. Высота башни World Wide Tower для испытания спасательных шлюпок свободного падения составляет 30 метров под водой и 70 метров над поверхностью воды, что делает ее самой высокой в мире. Испытание свободным падением приближено к действиям в реальных условиях, что гарантирует повышенную безопасность и прочность нашей продукции. Технологии DSB Engineering позволяют заменить дорогостоящие и неэффективные испытания на низкобюджетные и эффективные, что способствует значительному сокращению себестоимости продукции. Это дает нам возможность поставлять клиентам качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Кроме того, на продукцию DSB Engineering, обеспечивающую сохранение жизни и безопасность, распространяется послепродажное обслуживание в полном объеме. Благодаря созданию сети с всемирным доступом, любую проблему, возникшую в любой точке мира, можно решить в течение 48 часов. Технологии DSB Engineering, основанные на научных разработках и смелых системных инновациях, получили признание не только в Корее, но и за рубежом. DSB Engineering не только имеет соответствующие сертификаты всех стран, в которые поставляется ее продукция, она также является первой компанией в отрасли, получившей сертификат HSE. DSB Engineering является лидером отрасли благодаря высокой конкурентоспособности продукции, поставляемой компаниям Samsung, Dell,
Hyundai и другим строительным компаниям с мировым именем, а также морским перевозчикам. Заключение. Лидер технологий безопасности на море. Компания, которая предлагает миру самое дорогое, базовые ценности – это DSB Engineering.